21 марта на сайте издания «Комсомольская правда», известного, кстати, своей абсолютно ангажированной позиции против Азербайджана в период 44-дневной войны, была опубликована статья, в которой говорилось о том, что в результате военных действий на территории Украины погибли 9861 человек, еще 16153 человека получили ранения. Причем данные приводились со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации. Буквально через пару минут публикацию оперативно удалили, но в сохраненной в веб-архиве копии «Комсомольской правды» статья осталась. Следует отметить, что Министерство обороны Российской Федерации не давало информации об убитых после 2 марта. Тогда озвучивалась цифра 498 погибших. Так что же произошло с «Комсомольской правдой»? Информационная диверсия или случайное разглашение полученных от источника данных? Остается только гадать. Напомним, что печально известный антиазербайджанскими публикациями военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сейчас занимается освещением ситуации на территории Украины.